часто слушаете радио? У него даже радио есть. Mm-hmm. Только радио не часто слушаю. Ну, периодически там. Когда в машине едем. Да? Только на даче. Только на даче? А в машине? А у меня нет машины. А что больше всего нравится слушать? Ну, музыку и новости. Говорят о новостях, что творится в мире. Я стараюсь в это не углубляться, но в паре такси едешь, слушаешь и понимаешь, что хорошо, что сейчас плохо у нас. Да на радио есть просто анекдоты в стиле шепеляют. Ну, люди шепеляют и рассказывают, ну, прикольно. Ну и, конечно же, гороскопы, куда без них. Радио себя еще не изжило. Нет, себя не изжило, потому что иногда бывает, что новости можно услышать по радио быстрее, потому что чаще всего находишься за рулем и слушаешь в дороге. В вашу юность радио было другим или примерно то же самое? Ну, наверное, новостей было побольше и новости были попозитивнее. Сейчас очень много негативных новостей. Утром вставали по радио, там гудки начинались. Что на работу уже 6 часов без. Нет, без 15. Да, гудки были. А зарядку делали под радио? Да. Ну, было, да. Делали. И зарядку делали, и песни пели.